О главных событиях дня не только в ближайшие 20 минут. Вы смотрите новости на телеканале «Север» в студии Алина Воучейская. Март в этом году стал самым плодотворным месяцем по рождаемости. На свет появилось 66 детей, пятеро за последние сутки. Об этом на еженедельной планерке при губернаторе сообщил исполняющий обязанности главного врача Ненецкой окружной больницы Сергей Гмызин. Обсудили и ряд других важных вопросов. Оперативное совещание по традиции начали с доклада органов правопорядка. Олег Елиных сообщил об увеличении количества ДТП на дорогах. Также начальнику МВД рассказал о состоянии пострадавших в Амдерме сотрудников полиции. Напомню, на прошлой неделе два снегохода сорвались с 8-метрового обрыва. При движении вдвоем населенного пункта Амдерма, к сожалению, погодные условия были такие, что ничего не было видно, действительно. Произошло опрокидывание снегоходов, там порядка обрыв 7-8-10 метров. Один сотрудник находится ангельски прооперирован, решается вопрос по транспортированию в Москву для дальнейшей реабилитации. Второй сотрудник отделался переломом рук. Отчитался и начальник агропромышленной компании. Накануне был снят первый урожай огурцов. Их в этом году планируется собрать около 75 тонн. Это больше, чем в прошлом году. Таких показателей удалось добиться благодаря тому, что в октябре 2014 года был полностью заменен грунт и выбран новый сорт огурцов. Решение было принято правильно, растение в хорошем состоянии. Мы заменили сорт и надеемся, что в этом году сбор урожая, мы вернемся к главным показателям 2012-2013 года, если у нас будет 70-75 тонн только огурца, то мы выйдем на нулевой баланс по теплице. Губернатор Игорь Кошин, в свою очередь, потребовал ускорить сроки реконструкции котельной тепличного комбината. Техническое и финансовое сдвинуть окончание конструкции котельной с 2016 года на 2015. Вот. И впредь, да, значит, когда мы планируем подобные работы, чтобы как-то их не растягивать на 3-4 года, а все-таки делать их гораздо быстрее. Также в ходе оперативного совещания обсудили вопросы подготовки к юбилею Великой Победы, организации пасхальной ярмарки, разработки новой программы ипотечного кредитования и другие важные темы. Алина Воучейская, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».